А вот и наш должничок. Здорово. Здорово. Как сиделось? Да нормально. Слышь, так а что по бабкам? Нема бабок, только освободился. В смысле нема бабок, только освободился? Мне это мало интересует. Да порешаем вопрос. И что, здоровьем с тебя получить или что? Если сегодня не будет бабок до 10 вечера, мы тебе ноги сломаем, ты понял? Понял. Иди ищи. Наколол за своей гадостью, что же это? Ты в натуре вот это начинаешь, мне кипиш это цепить. Шнур.
что? Мам, тут такое дело, мне, короче, надо 200 рублей. Нету у меня денег. Но мне очень надо, мне надо долг отдать. Нету у меня денег, но... Да я прошу тебя, мне надо 200 рублей, я тебе отдам, мне позарез надо, ну не заставляй меня идти на крайности, ну... Ой, Господи. На. Вернулся? Да, да. Молодец. И что ты, как ты? Да нормально, только освободился на работу. Так, подожди, запрещенные предметы есть? Да какие запрещенные? Колющие, режущие. Да не гони. Наркотические вещества. Не гони, какие наркотические вещества? А если я найду? Я не употребляю. А если найду? Да ищи. А ну давай, просмонай. Руки. Руки по бокам. Так. А ну. Опа. Это что такое? Украл это где? Я украл, говори! Говори, где украл! Да не гони, это мне на дорогу. Ты упал. Сейчас будешь ночевать в райотделе, понял меня? Да давай меня. Свободен, иди отсюда! В фильме мы попытались показать типичную судьбу наркомана.
Конечно же, этого человека впоследствии спасли. Он поверил в Бога, покаялся, получил свободу от зависимости, посещает церковь и начал нормальную жизнь. Слава Иисусу Христу, он не умер, как умерли десятки тысяч молодых парней и девушек, начавших употреблять наркотики еще в 80-х, разрезая зеленые маковые головки лезвиями, собирая молоко на бинты. Эти же головки они ели сухими, перемалывая их на мясорубке. Позже, желая достичь большего эффекта, варили ширку, вытягивая из мака ацетоном и аммиаком максимум опиума. Самые отчаянные из эфедрина и красного фосфора делали перевентин. Потом горловский завод «Стирол» начал выпускать «Трамадол». Его продавали без рецепта в каждой аптеке. А сердобольные аптекарши давали столпившимся возле аптечного окошка наркоманам стаканчики с водой, чтобы можно было запить таблетки. Потом пришла европейская заместительная терапия и появился метадон, синтетический заменитель героина. Его выдавали не только стоящим на учете в больнице зависимым, но и продавали всем желающим наркоторговцы. Ну а впоследствии начали изготавливать и сами наркоманы в домашних условиях на алюминиевом листе, в холодильнике из разных прекурсоров путем реакции окисления, создавая кристаллы, которые через СМС можно заказать у торговцев в любом количестве. Предварительно оплатил их стоимость через терминал и отослал квитанцию об оплате. Можно было получить СМС с местом, где находится закладка. Вот именно такую закладку нашел наш герой, который, уколовшись, потерял сознание. Друзья же подумали, что он умер. Да, от наркотиков и связанными с ними проблемами умирает 100 тысяч человек в год, молодых, способных и, наверное, неплохих людей, которые могли бы жить, строить семьи, рожать детей. Но они стали зависимыми, и их не смогли спасти ни родители, ни милиция, ни места заключения, ни наркологические клиники. Вот государство тратит миллионы из бюджета и заграничных грантов на борьбу с наркоманией, которые, конечно, непонятно куда идут. Но этих людей начали спасать христианские священники, приводя их к Иисусу и освобождая от демонической зависимости. Появились тысячи реабилитационных центров, работы которых усложняют государственные структуры, обвиняя их в удержании и работорговле. Но, невзирая ни на что, туда идут десятки тысяч наркоманов, чтобы получить свободу. Ведь для них, для наркоманов, это, наверное, сегодня единственный шанс. Шанс освободиться, может, в не очень хороших условиях, без психологов и наркологов, но с людьми, которые понимают, что значит быть зависимым, которые имеют огромное желание помочь и с любовью стараются это сделать. Эту возможность им предоставил милостивый Господь. И это реальный шанс. Тем более, что они видят перед собой пример тысяч тех, кто этим шансом воспользовался. Пришел к Иисусу, освободился и живет счастливой жизнью без наркотиков, став частью протестантской церкви, которую в СМИ заангажированные журналисты часто называют сектой. Таким образом, препятствуют тем, кому нужна помощь и свобода, спастись. И пытаясь постоянно унизить церковь, в которой реально действует Бог. Вы получили этот шанс и им воспользовались. Получили свободу от наркотиков и теперь живете полноценной жизнью. К вам сегодня можно применить слова из Библии. Но благодарение Богу, что вы, хотя и были рабами греха, но решили всем сердцем следовать учению, которое получили. Вы освободились от греха, стали рабами Бога, и плодом этого будет святость, а концом – вечная жизнь. Вы получили возможность вернуться к нормальной жизни, строить семьи, приобретать профессии, служить Богу и людям, нести в мир радостную весть о том, что наркомания не приговор. И чтобы жить, не нужна метадоновая программа, а нужен Иисус Христос, спасающий, исцеляющий от СПИДа, гепатита и дающий новую жизнь в церкви, которая есть столб и утверждение истины, которую врата ада не одолеют, которая есть свет миру, соль земли, которая в глазах обывателей
отличается от традиционной тем, что там нет золотых куполов, замысловатой архитектуры и сложных ритуалов, но есть сила освобождать людей от зависимости, что так часто раздражает религиозных людей и непросвещенных журналистов, но приносит жизнь тем, кто в ней нуждается. Пророчество Исаии, сказанное 3000 лет назад, звучит как будто для тех, кто решил выбраться из наркотической зависимости. Так говорит Господь Бог твой: я заберу из руки твоей чашу опьянения, и ты уже не будешь ее пить. Я отдам ее в руки мучителям твоим, которые говорили тебе: упади ниц, чтобы нам пройти по тебе. Когда смотришь на лица тех, по ком прошлись наркотики, понимаешь, насколько актуальны эти слова сегодня. Они лежали, по ним прошлись, кому не лень. Но Бог их поднял. И мы видим просветлевшие лица спасенных людей. И думаю, увидим, как Иисус спасет всю нацию. А тем, кто хочет этому помешать, хочется сказать словами Писания: смотрите, чтобы вам не оказаться богопротивниками. Вам же, которые стали на путь свободы от зависимости, хочу напомнить слова апостола Павла: стойте в свободе, которую Христос вам даровал, и не подвергайтесь снова игу рабства. Аминь. Иисус, тебя мы славим и превозносим. Иисус, ты наполняешь сердца своей любовью и своей Божьей силой. Мы превозносим, мы превозносим.